Здравствуйте, наши подписчики. И мы продолжаем, это часть вторая нашего предыдущего урока по судоку. Здесь мы попробуем решить методом угадывания. Да? Так, Аблай, вот здесь какая цифра можно поставить? Там один. Да. Просто пойдем наугад. Да, поставь один. Один какая цифра? Какого цвета будет? Голубой. Так, он уже уверенно видит, что один голубого цвета. Так, наугад пойдем. Так, так, теперь дальше скажи, какая цифра будет? Два. Ну, давай попробуем два. Два какого цвета будет? Зеленого. Так. Здесь я два. Так, теперь... В принципе, здесь уже можно угадывать, какую цифру поставить. Так, Аблай, ну-ка подскажи, что вот здесь можно поставить? Четыре. Четыре? Да. Ну-ка давай попробуем. Четыре поставить, да, сюда? Нет, четыре сюда можно поставить? Нет. Здесь по линиям посмотри. Четыре, один, два. Так, это какая? Один. Это четыре. Сюда что можно поставить? Два. Два? Ну давай попробуем два поставить. Где? Так, два какого цвета будет? Зеленого. Зеленого. Давай попробуем здесь два. Так как уже у нас есть 1, 3, здесь 1, 4, и не хватающая здесь 2. Два. Видите? Тут работаем уже с этими, с одной линией, с одним столбцом. Так, вот здесь еще можно поставить, Аблай? Три. Три. Правильно. Давай три поставим красную. Так. Так, вроде. Сейчас посмотрим, получится у нас или нет. Так, если здесь три, то здесь у нас два, четыре, три. Чего не хватает здесь у нас? Один. Один. Давай посмотрим, один поставим. Так, здесь есть ли один? Идем на удачу. Так, 1, 2, 3, 4. Здесь сошлось. Здесь 1, 2, 3. Что здесь не хватает? 4. 4. Правильно. В принципе, 1, 2, 3, 4. В итоге у нас мы смогли решить этот пазл удачно. То есть, смотрим и по секциям. 1, 2, 3, 4. Все сходится. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. По линиям, по столбцам все сходится. То есть, Аблай, молодец, правильно мы решили. Вот, заканчиваем наш урок. Ну, подписывайтесь на наш канал, мы дальше еще вам покажем много судоку. Еще?